Сегодня в стране объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове. Указ об этом подписал Владимир Путин накануне. Приспущены все государственные флаги Российской Федерации. Учреждения культуры и телерадиокомпании убрали из эфира развлекательные передачи и рекламу. Общественное телевидение Приморья тоже присоединилось к трауру. Вчера и сегодня мы не показываем развлекательные шоу и рекламные ролики. В Приморье траур проходит второй день. Соответствующее распоряжение подписал Андрей Тарасенко, а ранее глава региона выразил соболезнования. Напомню, в городе Кемерове произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети.